Она и так уже гнилая. Ураган. Ураган. Это мы с ним проехали 3 раза по экватору. 3 раза. 130 почти тысяч километров. Ой, ой. Давай. Ну вот такой. Че? Так, вот это сейчас я положу. Подождите. Пойдем, погодим. А? Школа дрессировки совра, охраняй. Ой-ой-ой. С Богом! Сейчас мы пойдем погуляем. Скажи это. Скажи это, мухи. Надя-то. Ты под, ты под столом. Надя, мухи, скажи. А мама знает, да? Знает, да? Ну давай, поехали. Где Надя? Это невозможно сказать. Вот под столом бери. Сейчас, сейчас. Это я повезу в Томск. Понял. Бог помощь вам. Тихо, скотно. Я не ищу. А я туда не поеду. А кто ж туда поедет? Как я отвезти-то? Ну, Третьяков, я же вам сказал, он там живет. Он уехал. Он, я бы стал говорить, а говорю, кто ближе-то, он не говорит. Да может, он не уехал. Ну, уехал, уехал. Какая собачка с нами ездила. Как он охранял нас везде. Да что же он не будет охранять? Ты что на меня? Открывай, открывай. Ой, хозяин, не оставляй меня. Я когда приезжал сюда, так он как будто первый раз хозяина видит. Да? Ну-ка, голос. Голос, ой, молодец. Ну-ка, Ураган, сидеть. Сидеть, сидеть. Сидеть, ну-ка. Сидеть, говорю. Ну, на снегу-то сидеть неудобно. Ой, хороший какой красавец. А что ты плачешь? Ну, не надо на меня. Все. Даже не держись уже. Даже не скажешь, как он нам дорогу облегчил. Ложились спать, совершенно спокойно были. Да. Вот сейчас Бог устраивает в жизни. Своей собаки не было и поехал уже. Как будто я все время с ним жил. Я каждое утро его там расчесывал, выдаю. Как-то не подумал шерсть собирать. Я бы не на диварешке набрал. А щитка у нее там как-то вшитая так.
Да, и он прощупывается здесь. Вот он. Вот он зачипированный. 666 уже получено. Вот, потрогайте тут прям. Да я знаю еще. Вот он. Она у напухла. Да. Загнали ему там это. А он ничего не понимает. Ему на суд Божий не идти. Он этих антихристов и щипом порвет. Еще, ладно, я пойду. Давай мне. А кто ее повезет? А, Сергей. Все. Все? Отвечай мне аппарат, отдай. Так Сережа где-то же есть.